Суббота по еврейскому закону была днем великого покоя. Древнее пасхальное торжество Песах отшумело. В Иерусалиме стояла тишина, и римляне, захватившие некогда святой город, тоже могли быть спокойными. В этот день даже мятежники-зелоты обязаны отложить свои опасные дела. Не знала покоя лишь горстка жителей земли израильской, горстка учеников Спасителя. Распятие и смерть их учителя стали для них катастрофой, утратой всех надежд. Ведь они тоже думали, что их учитель – тот самый Мессия, который придет как несокрушимый царь мира, не только небесного, но и земного. И теперь они скрывались в страхе. Они знали, что придут и за ними, и уже не удастся отговориться, как Петру, отрекшемуся от учителя во дворе Синедриона. Сам Спаситель предрекал: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Горько скорбели и женщины, которые не устрашились стоять прямо на месте казни у креста, не устрашились показать всем, что вот они со Христом, и не побоялись пойти ночью на его погребение. Что же было на сердце в тот субботний день у матери Господа, видевшей тяжкие мучения и смерть сына? Да умолчим, но будем помнить слова Евангелия о том, что она каждое слово, пророчески сказанное о ее сыне и сказанное им самим, слагала в своем сердце. А значит, если у кого и оставалась непогасшая, как светильник в бурной ночи, надежда, то лишь у нее. Этот день был днем молчания всего мира перед грядущей тайной, тайной новой эпохи. Тело Господа пребывало во гробе, что предрешено для всех тел людей, когда-либо живших, живущих и будущих жить на земле. Душою же Спаситель сошел в ад, в те просторы тьмы, куда не сходили по смерти все люди, жившие до прихода Спасителя в мир. Предание гласит, что там Господь подал душам усопшим уверение в том, что для тех, кто жил праведно и кто покаялся в своих грехах, двери тьмы открываются в вечный свет Царства Божия. Там, в аду, где тьма не объяла его, явилась слава Христа, а мир земной еще ожидал в тишине явления славы Господней. В этот день и Церковь Христова признаменует грядущую славу Господню. Темное священническое облачение перед чтением Евангелия меняется, как бы чудесно преображаясь в светлое.
а в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, который также именует храмом гроба Господня, происходит на святом гробе схождение благодатного огня. Такое чудесное, такое зримое уверение от Господа. Светлый день воскресения вот-вот грядет. –